Динамо Хачкала принимает на Анжи-арене в Каспийске. Ленинградец Махачкала против Ленинградской области. 22-й тур. Мелбет. Первая лига. Такова вывеска этой игры, за которой мы с вами будем в течение пару часов наблюдать. В центре Михаил Гарелишвили. Именно ему доверена честь сегодня первым мяча коснуться. И он возвращает его назад защитнику. Сильно вперед в борьбу на Руслана Опекова. А вот атака, а вот Опеков пробрасывает Ковачевича. Это фол, это желтая. Перекладина. Момент. Гораздо опаснее стандарту ленинградца. И показывают парни в светлом, что мяч ушел от голкипера. Достал Волк. Нет, не согласен. Воспитанник махачкалинского футбола, уроженец Махачкалы. Еще и ЦСКА, понятно, да, Сундуков, здорово, Сердеров, вот развернуться, ну, Сундуков удар, и не попадает в ближний. Вот это момент был у Тимиркана, начало второго тайма. Уроженец Нальчика сейчас стучит ладонью по газону. Дебютировал он в прошлом туре в матче с Соколом, отыграл 83 минуты. Сегодня вот на последние 20. Вышел момент и забивать нужно. И Карабашев, Сандрачук, момент матча. Момент матча у Динамо. Больше таких моментов может не быть. Саша Сандрачук как не забил. Динамо выходит из обороны. И вот момент. Магомедов забивать должен. И 1-0. 82-я ошибка в обороне ленинградца. И Динамо открывает счет. Раджаб Магомедов. Джокер Биджиева. Первый мяч Динамо при новом тренере. Первый мяч Динамо в 2024-м. И, возможно, это победный гол. Ошибся в концовке. Ленинградец ликует. Скамейка запасных бело-голубых. Подача с угла. Гарелишвили. Здесь у кого мяч? Вынос. Ковачевич. Косинтура. Пустые ворота. Отсюда попасть. Ну-ка. Сложновато. В борьбу вступил Косинтура. Пустые ворота по-прежнему. Вот Карабашев в кадре. Удар. И 2-0. Эгош Косинтура фиксирует окончательный счет сегодняшнего матча. 95-я минута. Не успел вернуться назад Никита Карабашев. Ну, в принципе, разницы нет. А Динамо приятно. Можно было, конечно, и отдать Сердерову, чтобы он в юбилей забил в пустые. Но Косинтура решил, что третий мяч в сезоне он забьет сам. Я нисколько не ругаю Карабашева. Он хотел команде помочь. А 0-1, 0-2. Особо разницы нет. Косинтуру поздравляем. Он забивает снова. На этом матч завершен. Динамо одерживает победу. Над ленинградцем сложная трудовая победа.